Правительство примет необходимые меры для поддержки национальной экономики в связи с решением Великобритании о выходе из ЕС. Об этом Дмитрий Медведев заявил в Санкт-Петербурге, где открыл заседание Совета по модернизации и инновационному развитию. «Наша экономика – часть мировой», – отметил премьер, – «и поэтому лихорадка, которая на фоне последних событий охватила крупнейшие торговые площадки, создает дополнительные риски и для России». Это дело внутреннее британцев, но очевидно, что результаты этого референдума имеют значение не только для англичан и Евросоюза, а в целом для мировой экономики, потому что уже упала цена на нефть, курс фунта, евро тоже находится под давлением. Очень серьезно повысилась волатильность рынков сырья и фондовых рынков. Нас, конечно, это не радует. Это дополнительные риски для мировой экономики, стало быть, и для нашей экономики, которая является частью экономики мировой. Сейчас очень важно проанализировать последствия, принять уже наши внутренние решения в интересах российской экономики, что, естественно, и будет сделано правительством.